пули свистят День Победы, как он был от нас далек, как в костре. Дорогие друзья, приближается один из главных и любимых праздников нашей страны – День Великой Победы. Эту победу нам подарили наши деды и прадеды. В моей семье в Великой Отечественной войне участвовали 4 прадеда. Пройдя свой боевой путь, 3 из них вернулись домой. Один из них, Вакимян Муше Харутюнович, 1912 года рождения, отправился на фронт добровольцем, несмотря на то, что у него была бронь, как у хорошего ведущего специалиста-нефтяника. Он участвовал в боях под Ростовом. Там же в 1942 году получил ранение. К сожалению, больше никакой информации нету. Он пропал без вести. Мой низкий поклон всем, кто подарил нам эту победу. Спасибо. Никто не забыт. Ничто не забыто.